В день восстановления независимости Литвы по улицам Вильнюса прошли около 1000 ультраправых националистов. Их главные лозунги – «Горжусь быть литовцем» и «Литва для литовцев». Этим маршем мы отмечаем 26-ю годовщину независимости Литвы. Мы празднуем этот день неформально, мы не связаны с правительством. Организовано все полностью своими силами, и мы очень рады, что каждый год к нам присоединяется так много людей. Посмотрите на слоган «Литва для литовцев». Он кому-то вредит? Нет. Но люди, которые живут здесь, не говорят по-литовски и хотят только что-то получать. Разве это хорошо? Нет, не хорошо. Мы должны сохранить свою идентичность. Трехмиллионная Литва, первая из советских республик, вышла из состава СССР ровно 26 лет назад, 11 марта 1990 года. Помимо марша националистов, по всей стране прошел ряд других мероприятий, в частности, возложение цветов, церемонии поднятия флагов и праздничные концерты.